Nokia E5 – это смартфон на платформе серии S60, операционная система Symbian OS 9.3, процессор 600 МГц, встроенная память 512 МБ, QWERTY-клавиатура, камера 5 мегапикселей со вспышкой. Размер изображения 320 на 240, максимальное разрешение видео 640 на 480. Присутствует MP3-плеер, видеоплеер, диктофон, радио, GPS, Bluetooth. Также присутствует Wi-Fi. Поддерживает карты microSD до 32 ГБ. Аудиоразъем на 3,5 мм. Имеется возможность подключения к компьютеру через USB-порт. Объем аккумулятора в 1200 мАч. Мне хватает на несколько дней обычного пользования. Удобное управление, быстрый. Качество звука смартфона отличное. В минусах хотелось бы отметить: первое, наушники, идущие в комплекте, не идеал. А второе, сильно царапается экран. В целом, цена смартфона в 5300 рублей меня очень порадовала, как и он сам.